В управлении пенсионного фонда приступили к выдаче документов о праве на социальные услуги на следующий год. В этот перечень входит получение бесплатных лекарств, санаторно-курортного лечения и проезда на пригородных электропоездах и к месту лечения. Федеральным льготникам, оставившим за собой это право, справки будут доставлены разными способами. Граждане, которые получают пенсию через ООО «Служба доставки пенсии», и данные справки принесут вместе с пенсией в ноябре, в декабре. Гражданам, получающим пенсию через кредитные организации, либо Почту России, получат справки почтовыми отправлениями заказными с уведомлениями. Огромная просьба не игнорировать уведомления почтовые, прийти на почту, эту справочку получить. Пенсионеры, которые получили право на федеральные льготы после 1 октября этого года, такие справки получат в управлении пенсионного фонда в течение 10 дней со дня обращения за ежемесячной денежной выплатой.